С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Вас также! Шура, наверх, тут там холодно! Куда ты пошла? Шура! Шура, а тут вам туалет не работает. Саша, а тут работает туалет? Почему не работает-то? Работает? Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Хотеть не себя дома, но не важно. Рад приветствовать! А кто хозяин? Хозяйки нет, я, значит, вместо хозяина. Друзья, прошу. Срочно надо начинать праздник. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляем вас с Новым годом! И вас также! Года петуха! И вас также! Вас очень плохо видно! Да вот именно! Так лучше? Но в такой темноте мы слепели, вы такое чудо пели! Да. Сначала хотели делать Руслана, снеговика. Какая жуть, посмотри! А Дед Мороз! Ужас! А ты родители снял? Добрый вечер! И с наступающим Новым годом! Он наступит уже примерно через 2 часа. А мы находимся в деревне Красноведово на даче. Мы сейчас будем здесь отмечать Новый год. А сейчас пока мы занимались лепкой скульптурой. Сначала мы хотели лепить снеговика и кого? Динозавры. Динозавры и Руслана. Динозавра. А потом все-таки подумали, да, что год петуха наступающий. Да. И решили слепить петуха. И получилось вот такое чудо. Пока посвети на. Это в ночи такой выплыл. Здоровый. Что прям как человек. С Новым годом! До утра. Дядя Боря, Харитон. Здравствуйте, товарищи, кого не видели. Пора плясать.
Слушай, я прямо не знаю, как вообще с тобой быть вообще. Награда ожидает вас. Я думаю, что да.
Мечты. Участвуйте в музыкальном конкурсе. Ой, тренажерный зал, надо ходить. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу жизнь. Ну явно, что-то ты так начал. Вот опасно. Что в нашем деле самое главное, вы знаете? Снегурочкином деле. Да. Майонез кальве. Он должен быть легким. Это смотря на какой трассе Снегурка стоит. В темной комнате на белой простыне 2 часа удовольствия. Кино! Мы, ребята, удалые, лезем через половые. Ну, загадка была для кого? Повтори. Но все равно приз... Хорошо, Боря, ответь ты. А какой ответ? Коса. Неправильный ответ. Камень. Неправильный ответ. Длиннее и толстее, да? Ну ты повтори, может, я угадаю. Я могу загадку задали. Нет, ты неправильно подумал. Это не то, что ты подумал. Я понимаю, кто подумал. Вы все подскажете, а вы ничего не знаете. Все неправильно, да? Ну-ка еще раз прочитай. Ну, повтори. Боря, ты шире. Да что вам-то повторять? Прочитай загадку. Отвечает мальчик Боря. Самое интересное, будет загадки Шура, а сам загадывает, и какие-то все с каким-то поднамеком. Каким поднамеком? И, между прочим, призы только своим раздает. Не угадал. Я уже 3 раза угадывал Саркисяна. А земле не ему не дали ни одного приза. Достаю подсказку. Так. Не надо. О, послушай. Так, Борунчик Рыжевский, молчать! Похоже. Бриз, дайте ему, не будем больше эту загадку. Отгадывать. Не надо так принародно поглаживать этот бриз. Стоите, поглаживайте. Я уже покраснел. Я могу, я лучше мой. Подсунайте. Саркисян все расскажет. Я же ничего не придумал, это фото документ. И что мне извиняюсь с этим делать? Применяй по назначению врача. Куда же мне его положить? Туда, откуда отрезал. Самым хорошим. Только
Радостное кукареканье должно нас ожидать в этом году. Кукареку! Паша, скажи слово. Слово. А теперь речь. Не будем бросаться словами в этой ситуации. Напрасно. Напрасно, да. И вообще я не буду ничем бросаться, потому что на этой территории нельзя засорять мусор. Вот все. Петуха с новыми трудовыми успехами. Ты успел? Успел. Ну, мы тебя поздравляем с Новым годом и с твоими трудовыми успехами. Несмотря на 1 января, полная весна в природе. Ага. Весна. Вот и пахнет весной, и солнце весеннее. Это просто счастье какое-то. Это ж надо же с утра вот так вот, да? Да. А, хорошо, шляпа у тебя.